шли в авангарде борьбы трудящихся против обнищания народа, роста цен и купли-продажи земель. Партия КПРФ отметила 30 лет со дня возрождения. Поздравления принимали и отправляли с разных уголков страны. В Ульяновском обкоме Компартии торжественную часть начали с благодарностей за плодотворную работу. Среди особых наград – два ордена «Партийная доблесть» от Геннадия Зюганова. И все же, как отметили партийцы, лучшее поощрение – благополучие ульяновцев. Я как бы прикипела душой партийной организации к людям, с которыми работала и работаю до сих пор. Люди в меня поверили, я в людей, стараюсь по возможности решать больные вопросы, проблемы людей, которые порой местные власти стараются отодвинуть на задний план. Поздравления поступили от главы области. Алексей Русских выразил особую признательность коммунистам за их гражданскую активность и принципиальность, за вклад в развитие региона. Губернатор добавил, 2023 год особенной ответственности. Несмотря на достигнутые результаты, расслабляться рано. Нам предстоит выборы и в ЗАГС собрание областное, и местные советы. Нам надо очень тщательно подойти к этой серьезной работе. Серьезный подход и к взаимодействию с населением. Сейчас в партии состоит 2000 ульяновцев и 98 комсомольцев. Обращений поступает много, как со стороны социальных работников, врачей, учителей, так и со стороны местных жителей. С февраля минувшего года вопросы переселения из аварийного жилья и роста коммуналки разбавила помощь мобилизованным. От партии формируются гуманитарные конвои с самыми необходимыми вещами и снаряжением. Из каждого региона ценный груз следует в зону СВО. Мы этим занимаемся с 2014 года, и в ближайшее время уйдет 106-й уже гуманитарный конвой. Это более 17 тысяч тонн, если мы будем говорить в целом о партии, грузов, которые уходят на Донбасс, уходят в новые регионы. И, безусловно, они очень нужны сегодня мирным людям. В последнее время мы организуем сбор помощи, гуманитарной помощи нашим военнослужащим и доставляем ее прямо на передовую. Своими планами и итогами работы областное отделение КПРФ поделилось и с другими регионами страны в прямом эфире. По видеосвязи всех присутствующих поздравил лидер партии Геннадий Зюганов. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Управда ТВ.